отслеживают? Да, да, мышь поели. Не кидают по первому пальцу. Но любви сказать иначе б смог. Через писания пророков. Но он сам явился в мир, святой и вечный Бог. Святое слово во спасение нам. О дивных небесах нам рассказал. Любовь свою явил он всем на деле. Он исцелял, от смерти избавлял. Господь, Спаситель к нам сошедший в теле. Он доказал любовь свою рождением, любовь свою распятием доказал. Он доказал любовь нам воскресенье, и мир добрей, и мир светлей стал. А без Христа, вернее, имел надежды, и жизни вечной обрести не мог, и белые, прекрасные одежды нам никогда б не дал при встрече Бог. Мир стал великодушней и гуманней, и милосердие стало всем не чуждо. Отчет начался ночи, давний-давний отчет, который забывать не нужно. И празднует планета каждый год рождение Христа из века в век. И с ликованием празднует народ рождение того, кого отверг. Богатым, бедным, мудрым и простым необходимо Господа прощение, чтоб укреплялись веру и мечты о том, что вечность есть и воскресенье. Ну что, вы готовы? Да. Тогда в путь.
А вот и наша первая станция. Ну что же нам тут надо сделать? Здесь вам нужно будет с собой взять в путь очень важное качество, без которого вы не сможете достигнуть вашей цели. Но это качество вы должны, что это за качество, вы должны догадаться сами, собрав вот эти пазлы. Сейчас вы по очереди будете брать каждый пазл, и тут написано слово. Постарайтесь его объяснить. Если кто-то, у кого-то будет затруднение, могут помогать взрослые. Понятно? Ну, все, начинаем. Давайте по очереди. Не превозноситься. Не считать себя главным. Ну, не превозноси, не считай себя главным, да, что ты, ну, немножко пообширнее, что значит не считать себя главным. Ну, помогайте, родители, взрослые, что значит не превозноситься? Не быть выше других. Ну, хорошо. И вот так вот ложите, да, раскладывайте, и тише. Нет. Не гордиться. Хорошо, объясняй, что это такое не гордиться. Можешь объяснить? Ну, помогайте, родители. Быть скромным. Это не превозноситься. Ну, хорошо, ложись сюда. Так, следующий. Долго терпит. Долго терпит. Объясняй. Да. Что это за слово? Долго терпит. Родители, помогай. Терпение. Терпение, а это долго. Да. То есть долго. Ты маленько кожу попас, а надо долго почти. Ты долго терпишь. Все правильно. Так. Да, а если они считать? Залезли на дерево и едят, а ты не выгоняешь, тоже терпишь. Милосердствует. Подает милость всем нуждающимся. Ну, да. Хорошо. Следующий. Не завидует. Не завидует. Можешь объяснить, что это такое? Ну, помогайте, старшие. Горбушек, помогай. Не завидовать. Ну, что значит не завидовать? Не хочет чужого. Хорошо, совершенно правильно. Так. Ну что, догадались, какое качество нужно взять с собой? Так, старшие помолчат. Младшие сначала. Что за качество? Назови. Какое качество нужно взять с собой в путь? Ну, хорошо, помогайте. Что за фигура получилась? Форма чего? Сердце. А сердце это что? Что это такое? Что сердце? Что означает сердце? Любовь. Любовь. Ну это хорошо, конечно. Молодцы, догадались, какое качество вам нужно будет взять с собой. Ну, ребятишки, я должна вам еще кое-что сказать. Да, любовь. Это станция «Любовь» называется. Прежде чем вы отправитесь, вы туда сможете пойти в том случае, если кто-то один из вас здесь останется. Находясь туда. Кто это будет, решать вам. Я могу. Согласен? А сколько платить будут, да? Да. Ну что ж, вы сами догадались о главном качестве любви. Любовь может пожертвовать собой ради другого. Ну что ж, теперь вы точно готовы. С этой памятью парни говорили, что мы друг другу сказали теплые слова. Тихо снег ловить за окном зима. Чудо в день совершите и заботите. Льете звуки жизни, счастья и добра. А заря мысли света Рождества. Уже понятнее. В прошлом году переводить надо. Bye.
Божий сын, а он, а он, Спаситель Божий сын. Был послушным наш малыш родителям своим, и примером нам, детишка, может он служить. Всех любить, прощать учил, и про бедных не забыл, и мы должны любить, как он учил, и мы должны любить, как он учил. Печали с собой не приносит. Но нам тут Господь ничего и не предлагал. Ведь я ничего общего с грехом не имею. Ну, вы так все хорошо объясняете. Мне прям даже захотелось с вами пойти дальше. Ну, как же я свое царство-то могу оставить? На кого я оставлю? Хотите царство? Все царство вам отдам. Хотите? Кто хочет быть царем? А справка есть? Отдадите. Не хотите? В моем царстве не хотите целое царство? Хотите, Евтиша? Да. Ой, как хорошо. Ну ладно. Славы. Так и будет. Будет твое царство, Евтиша. Хорошо. С этого пути-то скорее сбегайте. Уходите. Вы точно хотите остаться здесь? Может быть, пойдем дальше? А то вас далеко тетя с собой заберет. Не так, выкарабкаться. Ну ладно, раз не хотите, идите дальше. Все, идите из моего царства. Но вот эти согласились со мной. Они кое-что взяли из моего царства. И поэтому должны остаться здесь. Такова плата. Да, это так. Но в жизни, если мы грешим, то Господь по своей великой милости дает нам покаяться. Возможность покаяться. И у нас тоже есть выход. Эти два ребенка смогут пойти с нами дальше. Если их мама с закрытыми глазами узнает их на ощупь по руке. Ну пусть попробует. Только руки вытягивайте. Только руки вытягивайте все. По одной. По одной, да? По одной руке. Чем мне повернуться? На кого маленький ростом можно взять на руки? Руки на одном уровне должны держать. Только те, которые... А вторую руку можно? Нет. Нет, только по одной. Ну, на заре. Нет. Нет? А взял-то на заре и Евтихе? На заре и Евтихе. Так, спасаем. Это вообще Ириней. Так. Давай, давай, а то со мной останутся. Только руку, одежду нельзя. Большие какие-то. Ну хорошо, так и быть, головку потрогай. Так. Ну не все лысые. О, Варлам. А я и думала, руки большие. Ладно, птицы ищи, птицы и Назарь ищи. Так, ну давайте.
Так, это, наверное, Евтиша. Так, один. Спасибо. Один спасибо. Так. Здорово. О, какие-то большущие. Это не мой. Дядя Игорь Барабаш. Тоже не мое. Так, это вот что-то похожее. Так, я Назаре еще. Назарий. Да. Все. Ну что ж, чересчур. Вон из моего царства. Она его трогала, она любила это. Словом письмо Христом живым подарок Божий для души. Он жизнь и свет блажен, то с ним союз святой вступить решил. О нем благая весть в стране, мы этим даром должен. И ты, стоящий в стране, не будь для кошка-то чужим. На тебя желаю дать спасение и свет, и жизнь. Не уходи во тьму опять, и от Христа не отвернись. Мама говорит, иди делать уроки, а ты хочешь гулять, но ты идешь и делаешь уроки. Да, совершенно правильно. Смирение – это когда мы можем подчинить свою волю другому и следовать его руководству, не споря, не исследуя, порой даже и не зная его конечного результата. Хотите себя испытать? Да. Хорошо, тогда вот вы как раз распределились по парам. Ну так, есть, по-моему, что-то здесь, краешку. Значит, что вы должны сделать?
Вы, значит, младшие будут держать карандаши. Младшие будут держать карандаши. Вот. А старшие будут их рукой рисовать рисунок, который сейчас им покажут. Все понятно? Так, Евтиша, ты вот сюда вставай. Отворачивайся пока. Это вот наоборот. Вот. Надо, чтобы старшие держали. Тогда они должны подчиниться. Ну, я так и сказала. Нет, не так. Сказала, младшие держали. А, что старшие должны рисовать? Младшим-то легче смириться. Надо перед старшими. Ну нет, тогда что старшие должны смиряться перед старшими. Младшие перед старшими, да. Так, тоже отворачивайся. Так, Алексей, можно тебя, чтобы ты держала рисунок? Так, только чтобы... Так, и в тишине будет, да? Так, да, не должен видеть. Так. Ну и в тихий отвернутый. Так, теперь показывайте старшим рисунок, показывайте. Старшим. Все? Запомнил? Степ, ты запомнил свой рисунок? А, вот это? Нет. Ты то запоминаешь. Ага. Все? Ага. Запомнил? И ты запомнил. Хорошо, все. Рисунки убираем. Теперь ты должен... Поворачивайся. Поворачивайтесь. Так. Держи карандаш. Ты своей рукой его рукой рисуешь рисунок. Его рукой. А ты его рукой, чтобы младший подчинялся старшему. Давайте. Хорошо. Покажите нашим гостям, что у вас получилось. Получилось? Да. Получилось. Ну что ж, вы прошли это испытание, потому что не было произнесено ни одного слова, ни одной подсказки. Младшие строго подчинялись старшим. Ну что, можете следовать дальше. Помните, тот, кто смиряется, тот действует под руководством Божьим точно так же. Он не знает результата и не может требовать объяснений. Ну что, вперед. В эту ночь земля была в волнении. Лес большой диковинной звезды ослепил вдруг горы и селения, города, пустыни и сады. А в пустыне наблюдали львицы, как дарами дивными полны. Двигались бесшумно колесницы, важно шли верблюды и слоны. И в челе большого каравана, устремивши взоры в небосклон, три волхва в затейливых тюрбанах ехали кому-то на поклон. А в пещере, где всю ночь не гасли, факелы, мигая и чадя, там ягнята увидали в яслях спящее прекрасное дитя. В эту ночь вся тварь была в волнении, птицы пели в полуночной мгле, возвещая всем благоволение, наступление мира на земле. Друг, будем помнить об этом всегда. За окном уже
что Бог пришел, я с бедные зашел. И родился на земле для нас, и родился на земле для нас, и родился на земле для нас. Ну что ж, вы преодолели нелегкий путь, приобрели любовь, преодолели искушения, познакомились со смирением. И теперь последнее, что осталось вам преодолеть, врата веры. Для этого вам тоже также надо будет распределиться на пары, вы есть, да? И пройти, значит, а что ж такое вера? Ну-ка, скажите, что такое вера? Что помогает нам верить? Бог. Слава Богу. Правильно. То есть Библия – наша подсказка. У вас тоже будет подсказка. Эту подсказку вы узнаете позже. А сейчас путь узкий, и вам надо идти очень аккуратно. Леша, вот сюда надо будет. Тебе вперед встать, чтобы ты мог сюда подсказку. Пошире нельзя, потому что это узкий путь. А вы должны так, чтобы им было тесно пройти. Наоборот. Вот так. Чтобы мне не совсем просто было пройти. Ну все, давайте. А я подсказываю, что это да. Да, ты должен подсказывать. Ну что ж. Первая пара преодолела, но прости, Варлама, немножко, чуть-чуть зацепил. Потому что право-лево, он по своему право говорит. Так, твоя рука правая. Ну, второй родитель. Да. Давай, подсказывай. Руководи путем веры. Так. Это тоже прощание. Давай. Они смотрят, он смотрит. А, нет. Нет. Ему-то можно смотреть? Нет, вниз. Нет, вперед только. Вперед. Да, вперед смотрите. Направо. Заметили, да, чтобы преодолеть врата веры, нужно очень близко друг к дружку идти, держаться, да, ну и слушаться, да, старших подсказку. Ну что ж. Мы прошли все испытания. Ну и вас ждет. Достигли своей цели. Достигли своей цели, да. Пришли к Рекленской пещере. Вас ждет сюрприз. Когда он был рожден. Хоть было всем о нем известно, хоть каждый был предупрежден. И зря стучал Иосиф в двери, прося впустить его в дома. Их запирали, не хотели, чтоб жизнь была там рождена. Ища причины отказаться, закрыли двери пред Творцом, а он так жаждал там рождаться, благословить их светлый дом. Но были все в своих заботах, в своей большой земной возне, погрязли в бизнесе, в работах и в ежедневной суете. И все казалось слишком важным, чтоб просто в сторону сложить, чтоб, когда Бог стучит однажды, взять просто двери и открыть. Но нет, там кто-то ужин стряпал, учился кто-то, кто-то спал, кто над родным у гроба плакал, а кто-то сам в гости ждал. Кто строил дом, а кто влюбился, а кто в кафе плясал и пел,
а кто-то в детях растворился. Кто интересный фильм смотрел, кто к свадьбе быть хотел готовым, кто ждал друзей, кто клял врагов, но дверь открыть и встретить Бога никто в ту ночь был не готов. И жизнь текла в обыкновении своим бессменным чередом. Бог всем мешал своим рождением, отверг Иисуса каждый дом. Закрыта дверь одна, другая, а город жил в закате дня. Иосиф мимо шел, страдая, нет места Божия для тебя. Нет ни одной открытой двери, глаза закрыты и сердца. Чтоб распознать тебя сумели, рождение в этот мир Творца. А я хочу, чтоб все, чтобы глаза прозрели, и сердце новое хочу. В слепом и черством Вифлееме я догоню, я закричу. Ему не дам я удалиться, склонив колени и главу. Я закричу, пусть Бог родится в моей душе, в моем хлеву. Да, не хоромы здесь, я знаю, воняет прошлый мой порог, и грязь ошибок налипает навозом на подошвы ног. Пустая сохшая солома, пустые мысли и слова. Прости, имею я немного, вот этот хлеб моя душа. Зайди с женой, располагайся, а я готова, буду ждать. Рождайся здесь, мой Бог, рождайся, так рада я тебя встречать. И криком детским озарится мой хлев, откроются глаза, с Иисусом вместе вновь родится. Моя душа, моя душа! Звездой Давида с небосклона они вдвоем освящены. Так стало Господу угодно родиться в хлеве от жены. Не брезговал моей грязью, за вонь в хлеву не упрекал. Небес невидимую связью двоих навеки нас связал. О, Рождество, звезда Давида, Иисуса крик прорезал ночь. Ты миру Бога подарила, а Богу подарила дочь. О, Рождество, твой смысл сегодня народ попрал и не сберег. Но для меня оно навеки. В моем хлеву рожденный Бог, в моей душе рожденный Бог. Аминь. Ночи мелодия срывается с уст не спеша. Летит в высоту звезд мерцающих, поет и трепещет душа. Сало. Степа, любое слово. Мыло. Терентий. Синхрофазотрон. Попроще, да? Окно. Так, Катя. Врач. Матушка. Сосна. Успеваете? Нет. Врач, сосна. Игорь. Лопата. Дядя Володя. Закон.
закон. Никита. Машина. Машина. Вы. Лампочка. Лампочка. Тетя Валя. Ананас. Ананас. Любовь. В баночке. Кусочек. Любовь. Так, куда? Рождество. Рождество. Успевать, нет? Любовь, Рождество. Игорь. Хлеб. 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 Так. Дорога. Назарий. Слово любое. Просто слово. Быстрее, ну что, город? Город? Подарок. Подарок? Снег. Уже был. Это же коза. Ну, перец. Перец? Да. Так, ну а теперь смотрите. Теперь, значит, Алексей Слиев. Вы в обратном порядке составляете какую-то историю из этих слов. То есть используя обратно. А вы в прямом с Ириной. Все, пока можете в сторонку. Следующее. Только много слов. Много. Меньше, конечно. Давайте. Давайте отсюда. Через одно. Пускай из этих слов выберут какие-то. Нет. Там буквально хватает для интересной истории. Там слов нет, 5. Пускай. Пускай тогда вы выберете. Вы в обратную только сторону, но выберите. А вы выберете все в эту сторону, какие слова захотите. Так, следующее задание. Бегут по дорожке доски до ножки. Доски, это куча. Нет. А, коньки, лыжи. Ну, вы не палитесь. Ну, можно подумать, дайте маленько. Мамке подарок не надо получать. Чем больше из меня берут, тем больше становлюсь. Яма. Яма. Скоро ест, мелко жует, сама не глотает. А другой сыт бывает. Еще раз, можешь? Скоро ест, мелко жует, сама не глотает. А другой сыт бывает. Это рубка. Нет, комбайн. Пила. А другой сыт. Пила. Так, ну давайте так сделаем. Давайте остановимся, потому что большинство уже это. И вот на каком этапе сколько слов, тут и посмотрим, кто победит. А вот мы уже. Ага. Дорога, хлеб, Рождество, любовь, ананас, лампочка, машина, закон, лопата, сосна, враг, окно, мыло, сало, трактор, снег. Врач. А? Врач. А, врач. А у меня враг. Ну ладно, теперь я уже придумал. Слушаем внимательно. Потому что выбирать нужно будет, потом какая-то. И у меня, кстати, вот это я написал, и вопрос потом публике, от лица кого это было написано. А-а-а. Теперь уже к ним вопрос. Ну, давай. Да. Ага. Перец, ну как бы это середина истории. Перец тоже был нашим подарком. Город, который мы ищем, очень далеко, и дорога до него будет далекой. Ну, кавычки открываются, как бы. Еще хлеб возьмите с собой, сказал я. Рождество царя царей поистине было для нас событием всей жизни. Любовь моих товарищей я ощущал очень сильно, ведь они с собой взяли ананас, кто-то даже взял помидоры сорта «Лампочка». Машина у нас была, как вы понимаете, верблюд. Закон запрещал нам брать с собой большие лопаты, для черенков которых использовалось дерево сосна. В дороге враг, конечно, тоже не дремал, но нам повезло, мы двигались ночью, это было безопасное окно для нас. Мои путники забыли мыло, и поэтому мы обменяли его у самарийцев на сало. Участок земли, который перепахали их свиньи, они называли это работой трактора. Говорят, что где-то на севере есть суровые люди и много-много пушистого снега. Это от имени Волхвы. Ну это прям можно это рассказ
куда-то внести, ты получился какой-то. Так, и следующий. Ну, то есть можно даже не с каждым словом. Конечно, да. Но, ну, у меня ровно 10 слов из 20. Другой посыл. Слушаем, слушаем. Выпал снег. Я хотел покушать сало, но проглотил мыло. Врач приехать не смог, машина застряла. Но староста проявил свою любовь, прочистил дорогу. Меня увезли в город. Врачу я купил подарок. Вот такой вот вышел перец. Так, ну что? Кто-то есть у нас победитель в этой? Нет. Одинаково интересно. Ну, кого-то подлиннее, а кого-то смешнее. Так, призы ваши семьи. Вот, прости, Христос, ничего себе. Так, следующие слова и слов. Сколько? Ну, то есть, ты давала так, например, Маша, на эту букву. Нет, вот именно здесь написано это слово, на букву «Г». Гидравлический что-нибудь там. Привод. Да. Землянда. Это первое прилагательное, второе слово. Я прослушал условия. Да просто на Z. Просто угадать, что там написано, что там лежит. И ты забираешь этот подарок себе. А, не она. Все, сухари. Нет. Стакан. Сакет. Сакет. Кружка. А кружка нет. Кружка? Нет. Карандаши. Нет. Календарь. Нет. Гвозди. Конфет. Нет. Гвоздь. Кизяк. А здесь вот на ее ёршик. Нет? Ёршик заговорит. Ну на ее вообще мало слов. Ёлка, мне кажется, маленькая. А, нет. Молочай. Йогурт. Йод. А, на йод. Что я не скажу, вообще, да. Мел, ракушка, что еще дают корм? Нет, не мел. Вот бы смешно, что это все детали комбайна. Ну давайте тогда маркеры. Вопросы задавали. Съедобные, там несъедобные, там может быть что-то. Первое, маркеры, нет? Нет. Вот и говорю, дети, вы что говорили, когда вот поставила я только? На М. Вы отгадали. Вот кто отгадал, тому и отгадал. Вот, еще раз. Мороженое, молочко. Мороженое. Мороженое. Так оно растаяло. Оно растаяло все на печке. Так, оно сухое. Это два билета на мороженое. Так, значит, все примерно такое же, сухое, какое-нибудь. Ну, из посуды. Кисель. Кисель. Нет, ничего. Сервиз. Йогурт сухой. Сувенир. Ну, сухарница какая-нибудь. Сахарница. Сладница. Сахарница. Нет. Ну это съедобное? Это не съедобное. Все не съедобное. Здесь есть игрушка? Одно только из этих четырех съедобных. А вот тут, наверное, голубой полотенчик, нет? Нет. Так, одно только съедобное, да? На букву Г съедобное. Ананас сухой. А сдаться можно? Ну вот это съедобное. Сдаться можно? Ну ты существительное назови, а прилагательное отгадаем. Я могу сказать букву на существительное. Г, М. Гриб. Грибы. Грибы мореные. А нет. Нет, грибы наоборот. А М в каком порядке? По цифрам. Ускоряет добычу, да. Ну это в прямом смысле. Так, а еще? Это имя? А? Имя? Кого? Нет. Это восклицание. Напиши.
ну, это пророчество, да, вот пророчество в прямом смысле оно переводится так. Она говорит имя, что какое? Это воззвание. Это пророчество. И оно не только было пророчеством, оно еще... А суть вопроса какая? Вот что это такое? Вот Магер Шевал Хешбас. Напоминание. А еще что? Они сказали, а что еще вот это название? Кто его носил? Это уж я подсказал практически. На стене было? Нет. Нет. Пророк? Ну ты правильно сказал, только имя это... Имя пророка? Ну не пророка, а чьё имя? Имя сына пророчества. Да. Сына пророка. То есть это сын Исаия, это имя было. Анфис ответила. Да. Так, держи. Это было имя, это было пророчество, это было имя сына Исаии. Вот. А пророчество о чем было? Ну просто. Это пророчество было о том, что там в 733 году до Рождества Христова царь Ассирийский нападет на Израиль. Вот. И в это, кто угадает имя царя? Да никто не угадает имя царя. Тиглат-Паласар III. А что первый и второй делали? Второй вопрос. 7 век. Византийская империя вела войну с персами. Поначалу перевес был на стороне персов. Во время вторжения в Палестину персы в 614 году захватили Иерусалим и Вифлеем. Многие храмы были разрушены. Но базилика Рождества Христова в Вифлееме уцелела. Почему персы ее не тронули? У меня есть 4 варианта ответа. По преданию персов, базилика над пещерой Рождества тогда еще не была построена персами, нечего было ломать. Второй. Персы были зороастрийцы, и увидев серебряную звезду в пещере Рождества, приняли ее за алтарь священного огня. Третий. Базилику спасло чудо. Пытавшиеся ворваться в храм, воины ослепли, и это событие потрясло захватчиков. И четвертое. По преданию, персов остановил изображение волков на стене храма. Какие вопросы? Ослепли. Я первая, что не было еще построено. Так, еще какие вопросы, еще какие варианты? Я тоже за первую. Четвертое? Гадал. Ну, а я за третье, давай. Ну, кстати, интересно, что именно четвертое, да, что по преданию персов остановило изображение волков на стене храма. И вот, прикинь, этот храм, остался живой. Там эти волки пришли, потому что это же храм Рождества Христова. Бога каждый день. Он в прощальном крике журавлином манит душу за собой, край далекий неземной, летящим клином. Всюду ты, бесконечный Бог-Отец, бесконечный Бог-Отец, в своем слове неизменный. Обитающий в сердцах, на земле, как небеса, будь благословен. Всюду ты, Бог благой, слава тебе, во веки слава.